Вы вздумали грустить? Бросьте это дело. Сегодня праздник радостной песни. Расскажите, какая композиция вам дарит заряд бодрости в начале недели. Это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали. Если вы задумались рубить новогоднюю красавицу в лесу, не советую этого делать. В Беларуси усилили контроль за незаконной вырубкой елок. Для этого в лесах установили более 1500 фотоловушек, а сотрудники лесхозов проводят ежедневные рейды. Нарушителю грозит штраф до 870 рублей. Согласитесь, многовато для праздника. Помните, я рассказывал о возможности арендовать тот самый особняк из «Один дома»? Едем дальше. В Москве предлагают ужин в точной копии квартиры из «Иронии судьбы». Помимо интерьера вас ожидают лучшие блюда советского праздничного стола. Оливье, селедочка под шубой, мандарины, советское шампанское и, конечно, заливная рыба. Кстати, квартиру воссоздали в мельчайших деталях. Для этого построили специальный павильон. В ванной висит пальто Ипполита, ну а в зале лежит Надина гитара и платье. Во! Лисы уже продолжают заселять Гомель. Сильные новости уже рассказывали о лисе, которая облюбовала район Волтовских озер. Видели рыжую и на Чечерской. Ну а сейчас хитрую мордочку заметили на Солнечной. Гомельчане решили снять ее на видео, а та, судя по всему, и не была против и продолжала что-то хрумкать.